всем привет! Очень часто мне пишут, что большинство людей недовольны своей иммиграцией в США, и крайне мало тех, кто доволен. Но это просто те, кто недоволен, собирают гораздо больше подписчиков, лайков, чем те, кто доволен. Поэтому эта статистика субъективная. Среди моих знакомых нет недовольных никого. Но по поводу того, что все бы вернулись, да только не могут вернуться, потому что понабрали кредитов там и прочего, но это просто смешно, да? Если судить по вашей логике, что мы тут все живем в аренде и в лизе, ну в чем проблема? Расторгнуть лист на квартиру, никакой проблемы нет, или дом. Расторгнуть лист на машину, то же самое, или перепродать лист, тоже никакой. Погасить кредиты на карточках, закрыть кредит на карточках, тоже нет никакой. Якобы миф о том, что мы тут все продали, переехали, ну никто из моих знакомых ничего не продавал и не продал до получения гражданства, то есть это минимум 5 лет, в том числе и я. Никто до получения гражданства ничего не продает. Поэтому не надо мне вот эти сказки, что якобы люди сюда едут, все продают. Ну, среди моих знакомых никто не продал. Все приехали, тут уже начали зарабатывать деньги. Никто не рассчитывал на деньги, полученные от продажи недвижимости. Кто-то накопил. Тут, в принципе, когда приезжаешь, если по грин-карте, ты можешь подать сразу на все мыслимые и немыслимые пособия, пока ищешь работу. Поэтому здесь этим проблем нет. Здесь не нужно какой-то там астрономической суммы, когда переезжаешь. Ну и еще раз по поводу того, что вот людям не нравится здесь жить, что да, что вот здесь плохо. Ну понятно, что даже взять ту же Россию, вот сколько человек, какой процент населения доволен своей жизнью в России? Ну сколько? Ну процентов 5, да, что достойно зарабатывает, устраивает пенсию, устраивает зарплата, устраивает медицина, образование. Ну сколько? Ну процентов 5 или меньше? Ну давайте смотреть правде в глаза. То, что там мне кричат, да вот, у меня там дом 300 метров, знаете, мне ваш дом 300 метров в Сибири или в Ивановской, или во Владимирской области, мне абсолютно не нужен, понимаете, абсолютно не нужен. Есть еще такое понятие, как коэффициент комфорта жизни в стране. Ладно, я не буду трогать климат, да, то, что полгода это зима, я зиму ненавижу, я уехала из-за зимы, у меня все хорошо было в Москве, я уехала из-за зимы. Уберем, давайте, момент с климатом, что я живу в вечном лете, хотя это был самый основной для меня плюс эмиграции, это то, что здесь вечное лето. Так, 5-й, мне 405 надо, 133. Вот, давайте не будем на климат смотреть. Другие факторы, да, какая медицина, какое образование в стране, отношения соотечественников друг к другу. То есть это тоже такие важные факторы, которые имеют значение для людей, которые мигрируют. Для меня это вот было тоже важным фактором. Так, мне нужно уйти на 405, на 405, это exit, exit 94А, окей. Окей, это, я так понимаю, скоро у меня это будет экзит. Вот. И точно так же, да, вот когда ты пишешь, чего ты достиг, сразу на тебя набрасываются куча хейтеров. Поверьте мне, в России точно так же, когда человек пишет, что он чего-то достиг в России, на него точно так же набрасывается, как и те, кто остался в России, набрасывается на тех, кто чего-то достиг в США. Неважно, в какой стране ты достиг. Если чего-то ты достиг, то ты уже мишень, цель для хейтеров. Понимаете? Вы думаете, богатых в России любят? Да ненавидят богатых в России. Если здесь, в США, богатый – это стимул для людей как-то расти, как-то совершенствоваться, то в России богатый – это как красная тряпка для быка. А почему? Ну, потому что в России, как правило, честно заработать практически невозможно. Да, вот у меня там те, кто занимается, родственники занимаются бизнесом, они подсчитывали. Если платить налоги, там, все дотошно, как правильно, это ты должен платить 101% с прибыли. 101. Понимаете?
Поэтому все вынуждены как-то там ухищряться, там, чтобы в налогах что-то как-то, чтобы хоть как-то заработать. То есть, по сути, любого человека в России, который зарабатывает хорошо, бизнесмена, можно прихватить. Так же, как можно прихватить абсолютно любого топ-менеджера, абсолютно любого банка, понимаете? Большие деньги, это все в России, это все схемы, нечестные схемы. Другим способом в России ты вот будешь работать на максимум 120 тысяч рублей в Москве и радоваться жизни. Ну, может, где-нибудь там в Лукойле, Газпроме повезет, если ты там не чей-то там сынок, а вот именно такой добросовестный работник. Ну, максимум тебя поставят гендиректором какой-то дочки, и то там все опять друг другу сваты, браты, родственники. Ну, допустим, да, ты такой супер эксклюзивный руководитель, тебя поставят там 1300 топ-менеджером какой-то дочки. Это потолок для работы, и то там работа, там за нее тоже можно прихватить. Я молчу вообще про бухгалтеров в России, это вообще отдельный вопрос. Вот, поэтому это не аргумент, да, что недовольных больше. И потом, почему недовольны? Приезжают в США, язык учить не хотят, образование подтверждать не хотят, экзамены сдавать не хотят, хотят все на золотом блюдечке. Ну, извините меня. Или врач приехал, что его сразу врачом позовут работать? Нет. 2 года по 8 часов в день без отдыха, готовишься к экзаменам, сдаешь экзамены, поступаешь в резидентуру с бешеным конкурсом, минимум 3 года работаешь в резидентуре за минималку, а потом уже по 60-80 часов в неделю, а потом уже по истечении минимум 3 лет ты можешь получить лицензию врача, и тогда уже от 20 тысяч долларов. Но ты должен пройти весь этот ад, ты должен пройти. Без этого ада лицензии врача не будет. Вы что думаете, если американец приедет в Россию без знания русского языка и без местного сертификата, его что, возьмут на работу? Нет, ему скажут, учи русский, сдавай экзамены. Понятно, что экзамены будут как бы, да, там все легко относительно Америки, да, там только по специальности, но тем не менее. Русский язык он должен знать? Должен. Экзамен сдать должен? Должен. Только после этого может работать врачом. А так, конечно, приезжая там по туристической визе, ой, меня не позвали работать врачом, все, страна говно. Вот и все, весь вывод. Или там были там инженерами или чиновниками, а кем их позовут сюда работать? Сенатором, что ли? Ну, реально. Так-то, конечно. Или работали там главным инженером какого-нибудь завода. О, я пошел на Uber работать. Ну, подтвердил бы образование или получил местное, работал бы не на Uber. А для айтишников здесь вообще лафа. Жить в Калифорнии, блин, с таким заработком. Но сказка в Сан-Франциско. Там, кстати, очень красиво. Все никак не доеду, все времени нет. Поэтому то, что кто-то недоволен эмиграцией. В России 95% населения недовольны своей жизнью в России. И что? Тем не менее, набрасывается тут на нас. Ой, вы хорошо живете, это все вранье. Я в России жила хорошо. Я уже 100 раз говорила. У меня там осталось 3 квартиры, у меня машина. Участок земли на берегу водохранилища. Поэтому... И в любой момент, кстати, могу вернуться и сразу пойду на 200 тысяч. Я уже терапевтом больше работать не буду. У меня есть сертификат российский дерматовенеролога, косметолога. Сразу пойду туда, это минимум 200 тысяч. Сразу. А через 5 лет у меня будет 600. Потому что рука у меня очень хорошая. Все. У меня нет проблем вернуться и работать, сразу зарабатывать хорошо. Жить есть где, ездить на чем. Все прекрасно. Но, тем не менее, я не возвращаюсь, мне здесь нравится больше. Вот у меня такая альтернативная точка зрения. Так, я приехала в Ирвайн. Может быть, если успею сегодня здесь Adidas вам сниму. Не успею, не сниму. Извиняйте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.